Я Калашников Виталий, председатель первичной профсоюзной организации «Захист праці» на Криворужской тепловой электрической станции корпорации «ДТЕК Энерго» украинского олигарха Ахметова. Благодарю товарищей с Международной социалистической лиги за помощь в столь трудное время для страны и независимого профсоюза. Сразу несколько человек нашего профсоюза, в том числе и я, были незаконно уволены. Мы защищаем свои права, отстаиваем их в судах, продолжаем бороться. Нам тяжело, но мы боремся. Да здравствует рабочая и профсоюзная солидарность!